Актер Михаил Трухин прославился благодаря съемкам в сериале «Улица разбитых фонарей». Он считал, что после этой роли у него не будет отбоя от предложений по работе. Однако действительность оказалась не такой радостной. Актер в эфире программы «Судьба человека» признался, что в его жизни был период, когда на телефон не то что никто не звонил, а даже СМС перестали приходить. В тот момент Трухин пристрастился к алкоголю. По его признанию, он чувствовал себя сбитым летчиком. Вскоре начались проблемы и в личной жизни. Он расстался с женой. При этом актер заметил, что им удалось разойтись мирно. Просто им стало неинтересно рядом друг с другом. К счастью, черная полоса для Трухина закончилась, когда он встретил девушку по имени Анна. Она подарила ему дочь, а также помогла победить тягу к алкоголю. Девушка создала домашний уют, и у актера пропало желание пить. Трухин заметил, что как только он наладил семейную жизнь, так сразу стали поступать предложения о работе. Он блестяще сыграл Гамлета на сцене МХТ имени Чехова. Сейчас участвует сразу в нескольких проектах. Естественно, что большая занятость не позволяет часто видеть родных, поэтому он ценит каждую минуту, проведенную вместе с близкими людьми, сообщает StarHit.